Газификацию частного сектора Читы планируют завершить до 2024 года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минприроды. Проект уже находится в практической стадии. Разрабатывается схема газификации. План будет готов до 1 марта будущего года. К 2024 будет снижен совокупный объем выбросов в атмосферный воздух на 6,9 тысяч тонн, уточнили в пресс-службе ведомства. Сообщается, что вся подробная информация о стоимости будет доступна на сайте Минприроды. Напомним, ранее региональная служба по тарифам и ценообразованию объясняла высокую стоимость газа в Забайкалье. Также Министерство природы назвало главные особенности подключения газа населению.